111 миллионов квадратных метров жилья за 7 лет планируют построить в Казахстане. Об этом стало известно на заседании правительства с участием премьер-министра. По словам Алихана Смаилова, за 4 месяца с начала года от плановых показателей по вводу жилья отстают в областях Абай, Улытау и Мангыстау. А планы по сдаче жилья перевыполнили в Астане, Алматы и Алматинской области. Остро вопрос нехватки квадратных метров ощущается в крупных городах. Сейчас на учете нуждающихся в жилье из государственного жилфонда состоит больше 600 тысяч человек. В завершение премьер-министр поручил в месячный срок принять меры по запуску механизма финансирования комплексной застройки и выделить жилье для очередников, а также до сентября провести актуализацию списка очередников на соответствие установленным требованиям.